Борис, всем привет, доброе утро. Всем привет. Вот выехали на трассу Тенгри Ультра. На Или едем. Решили испробовать трассу на вкус. Разведчики. Да, на разведку. Вот, давайте. Всем хорошего дня, Борис. Всем бега. Хороших лонгов. Удачи. Все, давайте. Всем хорошего дня. Вот, приехали на локацию беговую. Наш кончик. Уже устали, поехали назад. Пора, всем привет! Вот, выбежали на Тенгри Ультра. Привет! Всем привет, Борис! Алга, Борис! Барсалга! Барсалга! Погода шикарная, ребята! Идеальная погода! Не жарко! Идеально, вот река Или волшебная, будем купаться после 35 километров. Ой, четко, красота нереальная. Все, всем хороших выходных. Погода супер. Да. Всем хороших выходных, Борис. Алга, снимаем, пока снят здесь. Барсалга. Барсалга. Связь нету, Булатага, какая связь? Это пока только видео. Связь в городе будет. Тогда удаляй. Так что, ребята, если что, мы здесь. Холосах пасны, если искать будете, мы здесь. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Бежим в сторону базы ЧС. 40-й километр. Если это 70 бежать, вот такая горка. Вот. Бегом, конечно, не назовешь. Снимай, о, Мурат ага бежит. На 40-м километре, 41-й пошел. Вот. А у нас это всего лишь 5-й километр. Вот и представляете, после 40 км вот такая горочка. И туда вверх. Вот, смотрите. На тендере, когда 70 бежишь, нету сил снимать это. Вот сейчас силы есть, можно заснять. Один для тебя видео, черепаха. Вот, смотри. Оделечек для тебя. Специально. Вот мы сейчас такие черепахи. Уйжанмин. А, смотри, какая черепаха. Вот мы сейчас вот так ползем на гору. Вот гора. Вот черепаха. Вон крепость. Вот он я. Да, ребят, смотрите, какой тюльпан. Красота. В степи растет тюльпан, видите? Вот Казахстан, родина тюльпанов, если кто не знает, ребят. Видите, смотрите, какие тюльпаны. Дикие, степные. Степные тюльпаны. Вот вниз спуск идем. Сюда повернись. Вот поднимаемся. Сюда повернись. Последняя горка. Предпоследняя. Вот посмотрите, ребята. О, оттуда прибежали. Вот сюда идем. Вот посмотрите, ребята. Вот наша прекрасная земля. Или у меня видео? Да. Ребят, спасибо. Пожалуйста. 70 бегу. Вот, еще вверх надо идти. О, шикарно. Ну-ка, Арнур, речь толкни. Продолжение забега. Бежим по пятку. После первого пункта питания. Да, нас. Погода радует. Да. Остановка забега. Облака классно. Вон, Мурат ага. Продолжение забега. С Булат ага топит.
А сам чабан спас. 5 литров воды дал. Напились, наелись. Да. Ведро воды выпили. Так лучше не пьют. Точно. Вот бежим по степям. Бескрайним степям Казахстана. Ребят, смотрите. Красота. Да. Шикарно. Бежим, как черепахи. О, наши, Мурат ага. Вот, черепаха. По колее бежим. Дороги нету. По карте ориентируемся. О, наши бескрайные степи Казахстана. Красота, ребята. Птички чирикают. Вот Мурат ага, с Булат ага идут. Вот Арнур сзади. Вот он я, проводник. Нашли невидимую тропу. Вот тропа, если что. По тропе идем. Она вообще незаметна. Технично идем. Как охотники по тропе. Вот. Вот такая красота, ребята. Подготовка к Тенгри Ультра 70. Да, обязательно надо брать. Вот черепашье поле называется. Нескончаемое. Вот это когда мы бежим 35 тренировочно. А представляете, на 70 км вот это нескончаемое поле, усеянное черепахами. Бескрайнее. Красота. Вот такие дела, ребят. Бегайте, кайфуйте. В Казахстане много мест, где можно бегать. Степи. Беги. Куда хочешь, на все четыре стороны. Везде кайф. Смотрите, какая красота. Шикарно. Птички чирикают. Черепах миллион. О, Булат ага приседание делает. Ребята, вот нашли чудо природы. В пустыне растет, смотрите, дерево. Смотрите, какое дерево. Фотосессию устроили. Никогда в жизни такое не видели. Смотрите. Может, пойдем его четвером? Обалдеть. Я впервые в жизни такое растение вижу. Смотрите, ребят. Кактус, что ли? Черт кто знает. Что за растение? Подскажите. Не знаю. Шикарно. О, неплохо. Шатает. Дошел до туда. Занес ноги. Снимаешь? Да. Бежает. Ага. Вот этого я ждал. Всю дорогу вот этого. Все, здоров. Следующий. Что, вот. Видео идет? Да, идет. Еще раз. О, давай. Комбо идет. Я понял, ты пока туда сходил. Обратно. Я правда как мадьяр не кричал. Красота. Спасла. Ой. Все, как новенький. Освежила. Еще как новенький. Ё-моё. I know that you used to be the devil on my shoulder.